Обзор замков итальянских и французских с очень похожим профилем. Это Абус. А, кстати, Абус Германия. Сихард или Чихард. Это Франция. Брикард Франция. Чиза Италия. То есть разные европейские замки с очень похожим профилем, ключи от них друг другу не подходят, вот, но инструмент мы сделали такой, который подходит на все эти профиля. Разница только в проценте открытия. Абус и Чиза открывается, наверное, в 20 или 15% случаев. Франция, вот это Брикард и Чихард или Сихард, ну, наверное, все 90-95% открываются. Поэтому абус, например, этот абус открылся у меня сразу. После этого я 4 раза вставлял новый раз фольгу, и он у меня ни разу не открылся. Ну, то есть вот так вот. Ну, я продемонстрирую просто на вот этих двух. Фольга 0,6, золотая, в один слой. Она вот так вот на бок удобно заглаживается. То есть не обязательно даже вот эту гладилку использовать. Вот это на бок. Чуть-чуть порвалась фольга, не знаю. Это двухрядка. Абусы, которые двухрядные, этот инструмент тоже подходит. Точно так же это двухрядка. Но фольга все равно вставляется на одну сторону. Для верхнего ряда там просто проточена канавка. Чизу и абус я открывать не буду, потому что мы сейчас очень много будем, можно сделать попыток, прежде чем ее открыть. Вот.